Казахстанская компания «Тенгиз Шевройл» еще не начала транспортировку нефти по трубопроводному маршруту Баку-Тбилиси-Джейхан. Об этом на брифинге заявил генеральный директор ТШО Кевин Лайон. Сообщают об этом местные СМИ. По словам гендиректора, землетрясение в Турции помешало осуществлению пробных перевозок. В настоящий момент ведутся работы по выбору особого маршрута, отметил Кевин Лайон. Сырье из Казахстана транспортируется в западные страны и в основном через Россию посредством Каспийского трубопроводного консорциума. Международные санкции не коснулись КТК. Ранее сообщалось, что Казахстан готовится транспортировать по БТД 1,5 миллиона тонн нефти в год. Сейчас мы работаем с компанией «Казмунайгаз» над определением особого маршрута, потому что нефть отгружается с моря по железной дороге. К сожалению, вы все знаете, что землетрясение в Турции повлияло на инфраструктуру. Соответственно, оно затронуло и Джейханский терминал в Турции. В настоящее время у нас нет возможности осуществлять пробные перевозки, поэтому маршрут еще не запущен. Мы молимся за людей, пострадавших от землетрясения, и начнем испытания, когда у нас будет возможность.